Вот оно, настоящее качество белорусской резины. Браво! А это фирменный номер, который еще никто никогда не исполнял. Давайте бурно поаплодируем. Называется этот номер «Насос». Браво! Но это был только разогрев, а сейчас вы можете сами убедиться, что это самый настоящий каталог. Браво! Богдан Казаков! А вот это самый настоящий саморез! Можете в этом убедиться, он не подпиленный. Самый саморез настоящий. И что же мы сейчас увидим? Я так понимаю, что, наверное, он сломается пополам. Вот так вот. Как мы видим, это самые настоящие карты. Колоду карт уже перерывать, наверное. Наших силачей. Это только разминка. Они готовятся к совершению настоящего рекорда. Рекорда Беларуси. Вот так вот. Очень легко и просто. Рвутся в колонны карт. Может быть, кто-то хочет попробовать? Браво! Браво! Вот так легко и не напрягаясь абсолютно, оказывается, можно порвать на воздух. А вот это самые настоящие гвозди, которые все знают, они называются двухсотки.
после выступления братьев Казаковых вы сможете обменять эти погнутые кольца на фишки нашего казино. Кто-то желает, может разогнуть обратно этот гольф. Браво! Только не сломайте колено. Можно сделать такое красивое сердечко из 200 гвоздей достанется в подарок тому, кто захочет расстаться со своими фишками. Дорогие друзья, а сейчас наши спортсмены, силачи готовятся к выступлению самого интересного, к перетягиванию Каждый мотоцикл имеет 140 лошадиных сил. И сейчас наши стендрайдеры постараются выжить. Это на одну руку растяжка, ребята, это уникально, смотрите. Смотрите, как, что он делает, он зубами тянет автобус весом более 2 тонн. Как попались, там все 3 тонны есть, но мне говорят, что нет. Вот так вот. Класс, ваши аплодисменты, друзья, братья Казаковы. Итак, внимание. Каждый из мотоциклов 140 лошадиных сил были сдержаны одним человеком по фамилии Казаков. Для вас силовое шоу, силовое экстремальное шоу представили братья Казаковы. И вот эти аплодисменты говорят о том, что человек природы и братья это доказывают. Они
потом оставят вам телефон и сказать. Это обычный автомобильный номер, целый. И мы попробуем его сейчас разорвать на две части. А вдруг он не целый? Давайте проверим. Да, целый. Вот получается такая картинка. На две части. А можно я прямо сейчас сделаю с вами какой-нибудь вместе трюк? А без проблем, Миша. Сейчас я тебя немножко покатаю на этом стуле, но держась я его буду зубами. Все, приехали.